Terraria for the Worthy and Master Mode is being filmed in front of a live studio audience. Внимание! Данное видео содержит большое количество ненормативной и нелитературной лексики, вульгарного и непристойного юмора, необоснованных и лишенных всякого смысла разговоров и, возможно, обращенных в шутку дискриминации определенных тем. Видео имеет исключительно развлекательный характер и не несет целенаправленных оскорблений и нетерпимости. Смотрите на свое усмотрение. Не хватает людей, снимающихся. Почему никто не... Ну как мне отсюда выбраться? Пошел, Женя, в кукол. Закрылся в комнате. Тип сует. Нафига мне тин урб? И вбежал. Я помню, я впервые встретил Пинки, я такой, в смысле, чего у него так много хп? Это было очень давно. О, спасибо. Я забрал дроп, но это был мой... Punishment. Ультра комбо. Там, я нашел способ убить гида. Какой? Кролики. Петардовые кролики. Осторожно, тут лава, не упади, прыгни. Вот это было! Игорь, сейчас умрешь. Хилку. Я уже похилился. Ну, блин. Пусти, кот, пусти меня! Ты куда побежал, ты скотина? Отдай мои деньги! А, золото у тебя ворованное! Прости, это очень смешно. Подожди, можно сделать здесь дверь? Как они это делают? Я не знаю, это твои проблемы. Я тут менял уголок. Что? Томат посмотрел в угол и умер. Очко у тебя разорванное. Жди, я... Кам! Я хотел похилиться пойти. Ты что сделал? За мной три глаза побежала. Мне кажется, это крайне все на... Кто ж... Ты звучал как зомби. Нет! Прикинь, если бы они еще хилились. Оно хилится, оно похилилось. А, я даже не узнал, что я заспавнился. Мои деньги. Ладно. А золото-то у тебя, ладно? You better be kidding me, Митами. This is my, this was my fucking money. Я не помню, что там было, как там было. Подожди, один чел, по никнамене. А, так я не увидел. Мгновение, ты так не типа... Я в сундуке сидел. Наверное. Я не могу понять, как пользоваться этой гребаной булавой. Она какая-то ненормальная. Я не могу понять, как пользоваться головой. Это я, да, это я. Кстати, помню, была игра типа клон Террарии, там где чувак с роботом катался. В общем, это Epic Inventor. В робота мог залезть и кататься в роботе. Что? Хыжья. Нет, что ты сделал? Осторожно, готов. Осторожно, готов. Я не был готов. Я был неосторожен. А ему похер. Какой-то вообще похеристический. Ты шо, это шо за урон? А, 170. Нет, мне кажется, это овсяна. Мне кажется, это овсяна, слушай. Почему W называется W? F, но маховой. Да ты... Архахольной! Ты охерел? 121 урон, блядь. Хамуха. Меня окружили челики всякие.
страшные. Оцени их страшность по шкале страшности Женикорна. 5. А какая максимальная оценка? Редкорн. Это же шутка такая, смешно. Да, это шутка. Это самая настоящая. Йо-йо-йо, хилка. Я помогу тебе, нет, я не помогу тебе, я должен помочь себе. Ага, соса, я даже не испугался. Что? Слева к тебе там ломится, то есть сверху ломится к тебе, дружок. Ладно, я путаю право-слева, наверх, левом. Привидение не появилось ниоткуда, что я делал? А что я? Умер. Сова! Сова! Я не заметил, как меня схватил. Умбрелла. Умбрелла. Сестре смешно. Это как ситком. Дай-ка нам что-то там. Да иди ты нахер, что ты хочешь от меня? Ёжик. Алло, Бугил. Ай, Герберт. Ай, Лего. Как тебе скример? Да! Тебе нужна звезда желтая, синяя, зеленая, синяя? With me. А, куда? Не знаю. Это было слишком смешно. Я не знаю, чем его буду убить. На рельсы запрыгнул. Надо... Просто живи. Пытаюсь. Я слышу это. Ты шо? Ты шо? Ты шо? Ты шо такой бешеный, а? Да вы издеваетесь? Я не знаю, это я бью или птичка бьет. Но я бью, птичка бьет. Ой, гоблин, гоблин. Сестра волнуется. Сестра там одинокая живет. Ой, извините. Не одиноко, а вместе с челиком. А, кстати, да, она бородатая. Потом NPC такие выходят погулять. И падают. И умирают с голоду. Как в Roller Toaster Tycoon. Roller Toaster Tycoon. О, а гоблин армия has been defeated. Потому что если я буду не здесь, то я не буду знать время. Окей, ладно. Да вы издеваетесь! Кстати, гида убили. Короче, давай заигнорим и пойдем убивать... Что-то внизу. Попробуй кинуть вниз, когда ты падаешь, этот крюк. Я таким в детстве занимался. О, кровать. Я тут поживу. Это... У меня тут такое скопление, слушай. Там и демон воду, и летучие мыши, и все на свете. А я их возьму, начну убивать. Пошли стену плоти убивать. Ты же в Undertale играл? Нет. Играл. Я проиграл. Кстати, нам повезло, что нету гида. Ну как повезло? А, Женя проверил такой. Нет. Хелл, бэд. Плохо. Залетело. Или нет? По-моему, почти. Еще копается какая-то зараза там снизу, сверху. Джейд Корн пытается говорить. У него не очень получается. Еще один демон воду, вы издеваетесь. О, я вижу. Нет, не вижу. Да что ты прыгаешь, дебила, кусок? А что там делаешь? Wild Shark Plus. Dropped 3 gold. А, я ж тут живу, точно. Вот хорошо, удобно. А, да, кровавая луна. Она закончилась или нет? Что она такая? Что? Она закончилась или нет?
Нет. Да. Голова. Ай. Level 3 player. Что? О, гид пришел. Приехал. А? Тогда не могли. Гид не пришел. Нет. О, нет. Нет. Нет, чувак, чувак, стой. Чувак, нет, 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 нет. Нет, ну ты, конечно, даун. Я? Чувак. А, он не даун, он таннер. Стой, стой, стой. Мы ждем, пока будет челик с кепкой. А, Эндрю. А, Эндрю, Эндрю, Эндрю. Ну тогда умри. Женя, спи спокойно. Это не смешно. Да это так смешно. Люди умирают. Сердце такое жопу шевелит. А? Сердце жопу шевелит. Гид больше не приходит, он обиделся. О, кролик петардовик. Я не тем кликнул, я кликнул птичкой. No, Git, don't do this! Don't do this! No! You got a family! Please, don't jump! Don't... Чё? Yeah! Он в порядке? Берёшь, что он в порядке? Он в порядке? А, она больная! Почему? Она болит. Болит бабочка. Я её не смог словить. Кого? Бабочку. Она болела. Ты какой умный. Я руку ударил. Пошли скелетрон убивать. Да, я это и делаю. А. Можно попробовать кролики взрывайчиков. Но мне кажется, эта тактика лучше всего работает против глаза Ктулху. Потому что он одинарный, а этот многонарный. Вау, вообще, наш нам лучше всего было бы убить червяка. Тогда мы бы смогли получить броню. Я вдруг заметил тот факт, что именно... Как... Леха. Именно когда мы играем в эту игру... Именно когда мы играем в, как это называется, в мастер-моде For the Wars, именно сейчас мы используем каждое оружие постепенно. Они убили одним оружием глаза Ктулху, убили еще вот этого червяка и убили... Здесь слишком необходима тактичность и распланированность действий, потому что без нее ты просто будешь сосать. И это прикольно. Иду бугил съем. Может, да помоль! Я! Алло! Идите нахер! Хжья! Ха-ха-ха! Ты болен. Да. Пизда. Мабуть. Уйдите, уйдите, уйдите. Не смей. Не смей. Гашиш. Смеет, а Женя. Нет. А как? А, о господи. Скример увидел. Знаешь, реально имбовое оружие. Голова горбун. Блин, я помню, как я играл с Ваньком. Шиловым. И я, короче, такой... Посмотрел на эту штуку, такой попробовал ее использовать. Не понял, как она работает, но такой, думаю, блин, что-то мало урона наносит. Взял ее, выбросил. То есть не выбросил, а отдал Ване. Ваня такой, надо было задержать. Я такой, ну, кнопку мыши. Мышь, которая мне мешает строить, которая мешает мне добывать... Мешают. Подожди, это меня убьет, а это меня не убьет. Оп. Все. Томат посмотрел на цианид. На цианисты калий и сахар такой, это меня убьет? Меня не убьет.
Сейчас попробую поспать. Нет, не попробую. О, пробую. Полягали. Не працює. Ну так вот ложишься, короче, и бывает. Это я так ночью не могу уснуть, монстр выбиваю лежа на кровати. Верочка. Зерочка сказала, что я не уничтожил свой микрофон. Привет. Привет, Бугай. Беда. Стар Хаирпин. Что такое Хаирпин? А, Хаирпин! Хаирпин. Хай, Мак. Хай, Герберт. Хром. Женя прозвучал как котенок. По-моему, мы поехали. А это потом очки. Тебе надо очки? Если они не солнечные, то не надо. Авиаторс. А может надо? Какой авиатор? В смысле авиаторс? Я тебе продам. 0x33 да. Авиаторс? За сколько продашь? 3 золотых. Я не знаю, поройся у меня в копилке. Ну все, значит, продаю. Но не тебе. Они 3 золотых стоят? Не знаю. Сколько стоит? 1 золотая. Я заплачу тебе 1 золотую. Нет, я ее не продаю за 1 золотую. Я заплачу тебе 1 золотую и 1 медную. Шо вы мне там пишете, шо вы хотите от меня, идите в жопу. Мне говорят, стой, не играй в Феррари, там умный лорд. Почему я всегда это говорю? Женя, вот это шумит. Ой, шо, дерево. Я испугался, тут дерево. Да вы издеваетесь, идите нахер, птичка, почему ты не помогаешь? Спасибо, ты помогаешь, но ты нихера не делаешь. То есть, твоей помощи нет никакого прока. Неужели я сказал это слово? Оно такое старое. Я никогда его не использовал. Я не уверен, что я правильно его сказал. Кого? Кого? Прок. Кого? Прок. Что? Прок. Прок. Паркуйся. А мне это снялось, наверное. Паркуйся. Такое ощущение. Людям снятся сны, томату снятся ощущения. Ощущаю, что я блабка, мы их умдало. Ощущаю, что я глаз к толку. Не смешно. Я динамит положил. Полежит пускай. Подержите мой динамит, пожалуйста. Он помог. Однако, вопреки всему. Oh, man, can I hold my hands, man? Вопреки всему, прок от него был. Сколько можно? Дир. Сколько вас тут будет? Вы заколебали. Идите нахер! А, ты не знаешь. Опять писюны. Эффект писюнов — это когда какая-то определенная отсылка является странной и понятной очень закрытому кругу общества. Это не ограниченному кругу общества. Это не эффект. Это...